Как делишки? Спасибо, что зашли на Огонек. Подписываемся на наш канал и кликаем по колокольчику. И да, сегодня наша реакция на... Давайте сразу же приступим. Всем приятного просмотра. Так, так. Он поет на другом языке. Сейчас я включу субтитры. Ладно, мальчик мой. Да он не просто поет, он поет реальные вещи. Я предпочел бы быть птицей. Слушай, забери-ка меня, я тоже хочу летать. А так-то да. У него бешеный вокал, такой божественный. Он говорит, что ему скверно в человеческом обличии. М-да. Он так глубоко копает. Никто ж никогда не думает о таких вещах. Прям глубоко ушел. Я никогда не думала о таких вещах. Я про перевернутый мир. Чего? Он что, просто взял и дунул? Так можно было? Я просто... Нельзя просто взять и спеть такую ноту. Он же начал так нежно и спокойно. И потом, там немного, менялась высота тона. Но вот это... Что-то, к чему я была не готова. А ну-ка еще раз... Да там смотрю много чего. Это ж рехнуться можно, ведь это вживую. Он поет так вживую. Здесь нет вот этого. Споем тяп-ляп и замутим трек в студии. Это вживую.
Что? Но куда еще? Я не думаю, что можно взять еще выше. Дурдом. Опа, здесь еще и крылышки. Боже ты мой. Он реально сделал это. Я такого не ждала. Чекануться просто. Но что я могу сказать о Димаше? Я правильно говорю его имя? Димаш. В любом случае... О да, и мне понравилась песня, потому что он говорил такие слова о том, что хочет стать птицей. Никто ж не поет о таком. Он хочет видеть мир перевернутым. Он хочет взглянуть на оборотную сторону мира, посмотреть на него с высоты. Просто разговаривает с моей душой. А про эти ноты я вообще молчу. Спасибо вам за этот запрос. Я не думала, что это будет так. Я не думала, что он будет брать такие высокие ноты. Yeah.